Значит, с вами в этом патче уже нерфлены. И вот еще раз нерфили. Уменьшали длительность варкрая, перезарядку уменьшали. Делали слабее шард, делали слабее его кнопки, блять, делали слабее таланты. Цены жестко нерфили. И он хорошо играется сейчас буквально только тогда, когда у тебя есть в команде потребность в физзащите. Как вы можете заметить, у врага физурона нет вообще сейчас. Магия, 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 магия. В лейте морф. Но это вот это хорошо. Но, типа, не то, чтобы я хочу до лейта играть. В морфа. Короче, пока что Свен вообще не к месту. Просто копим ауры. Сет, да. Сет, я помню, мне выпал сокровищницы. Я специально взял его такой вот, ну, именно надел. В чем прикол? Я когда играю защитного Свена, я всегда люблю брать защитные доспехи. Типа, как будто ты защитный. Вот, я взял защитный такой. Типа, весь в броне такой красивый. Потому что там есть прям открытые доспехи. Я на мейне долго с открытым доспехом бегал. Все, Свен 5. У меня на нем есть на канале четкий гайд. Я не буду повторять вещи. Если вы не видели, он до сих пор актуален. Свен 5, гуглите, 6 дота канал. Гайд прекрасный, мало просмотров. Но, типа, я считаю, материал там, ну, лучше меня никто не давал еще в интернете. Поэтому, если вдруг хотите Свен 5 у себя поиграть, то смотрите у меня на канале его на ютубе. Там короткий видос, минут 10, по-моему. Напиши еще раз. Забыл донать и указать. А, окей, окей, окей. Да я видел, бро. Моменты, короче, по поводу тебя. Ты там в конце еще костарь скинул. Если ты хочешь еще кого-то заказать, можешь написать, мы сыграем. Все, смок нажали. Пиу-пиу-пиу-пиу. Смок с нулевой нажимаем, бежим варду ставить. На своей 5 это очень легко делать, у вас всегда есть деньги. Супер кайф. Куройся, второй привезу, первый мид дропну. Ну я чекну миди-вард, можешь продать на зацентре. Аба. Сапогом бежит. Закупиться забыл. Похуй. Из минус мой вард, скорее всего, спалят. Ну там, 100% мой вард спалят. Да, да, слышно, слышно. Я вард, скорее всего, въебал. Он на сапоге на пугне прибежал. Редкость. Это единственный герой в доте, который на сапоге может героя в смоке перебежать. Держу в курсе. Ну, не единственный, еще инча может. У нас рыбка ночной вижу дает хороший. Может, дерево съесть, чтобы вот это еще видеть. Морфсап? Морфсап. Не палите только вард вот этот, парни. Он вроде не догадывается. Я не палил, я сделал так, да-да, что, типа, так, блядь, я их не вижу. Случай. Подъем, работяги. Пора на завод. Носки на завод. А вы что, не слышали? У ребят с Epic Loot новое осеннее обновление. Залетаешь на Epic Loot, забираешь 500 шестеренок и улучшаешь на них свой скиногенератор, в котором каждые 2 часа ты получаешь халявные скинчики. Его можно качать всю осень, и прогресс не сгорит, как сентябрь. Но если хочешь попробовать что-то еще, то можешь за эти же шестеренки стрелять по ящикам и выбивать оттуда еще больше шестеренок. Или другие бонусы. Иногда оттуда падают даже кейсы. Залутанные шмотки из скиногенератора отправляются в мастерскую, в которой ты уже можешь собрать готовый скин и вывести его в свой стим. Идеальный завод, не правда ли? А если ты еще хочешь халявный декаху, то добро пожаловать в осенний боевой пропуск, работяга. Выполнив все 60 квестов, ты получишь его в подарок. А пока ты выполняешь уровни, ты будешь получать 3 арканы на каждом 15 уровне. Все ссылки, так же как и мой промокод, будут, как обычно, в описании. Халява не вечная, успей ее рвать кусочек. Там на ФГ может завести Магнус, аккуратней. Но минимум 2 должны забирать. Я застаню Магнуса, если он будет подходить. Вот ФБ делаем. Я очень долго стан холдил, чтобы у Магнуса было как можно меньше хп. Мы одну руну отдали. Сам сломаешь на копе? Дети вард. Ну я да, потом сломаю. Делай, делай. Ебать. Тинкер мид снимать. Заглупил. Все, я чело заблочу, сам в топ улетаю сразу же. Просто, ну, я как на свейне типа четверки и на пятерке делаю одно и то же. Немного вещей не надо. У него сколько? У него меньше центри, чем у меня. Да, у него нет центри. Он центри еще дропнул где-то. Все, мы не сильные на лени, я много раз уже говорил. Ну, за XC словили. Мы 2 милишника в СФ, а линия не обещает быть легкой.
бесит меня, бро. Тем более, Пугна с сапогом, ее невозможно убить. Такой герой, который носит сапогом, ты никогда от него не убежишь. Сами понимаете. Но это норм, это норм. Это издержка Свена. Потерпим. Аспект ядовитый, легенда. Наконец-то у меня чел взял на оффлейне правильный аспект. Не ДДшный через огонь. Я не могу пулить сейчас. Нету связки. Так чисто удар отвешу на халяву, он плохо подставляется. Акварич у меня есть, поэтому, в принципе, заебись. Линия у нас не из простых, два милишников, два дальника, причем не, как, не каких-то дальников, а... Старайся первым скиллом дальников кэсить. Это чуть более важно, чем просто прохарасить. Заебись. А, люблю Warcry с вами, полезный скилл. Бигус, к сожалению, не смогу стакнуть. Но не страшно. На Свене в этом плане очень легко по игре потом двигаться будет. На низком рейтинге легко стажить Санчик. О, ебать, он на Пугне сам стакнул. Блять, какой красавчик. Хотя на самом деле они нас перепушивают на этой линии. Он будет разблочивать, да, себе сейчас? Не, он не привез ясентряк. У нас два дальника. Взял, ударил меня, блядь. Стараюсь сейчас выпалить. Все, он разблочил смол. Не, то что он стакнул меня на Пугне, за это отдельный респект. Я думал, линия прям парашей будет, но он прям уравнял шансы на лайне, я очень доволен. Свен по геймплею очень похож на Клокверка. У вас постоянно будут трудности с ресами, и вы должны эти ресы довозить себе. О, бля, бро, забыл, сейчас заход сделаю. Следующий. Куда иду? Найс. Не должен сводить. Кларите мало смысла с помощью стана звезд. Блять, ну добивай же ты дальника первым. Че, стакнуть тройку или забрать этот виздум? Я думаю, виздум профитнее. Так, мы остались. Не визу, в смысле, а лотос. Ну, ты на своей. Я не убиваю никак. Хотя, блядь, слушай. Ебать, ты, конечно, обосрался, бро. На такой линии сдохнуть, это, конечно, нужно прям, ну, постараться. У него вышло, он молодец. То есть, реально, вот такого доната я не ожидал. Спасибо. Погоди, я уверен, это Крей играет сейчас на SF. Только он мог так приятно поддержать в сложный момент. Легенда, легенда на Крей. Спасибо, Кри, огромное за донейшн. В виде килла на SF. Очень признателен. Кура, 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 бро. Кура, 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 кура. Ква-ква-ква-ква-ква. Гандон, что-то. Я вард его, осуждаю. Бля, не говори, что ты реально, бля, он реально на ХГ дропнул вард. Он на ХГ дропнул вард. Ебать. А, нет, показалось. Ух. У нас линия в два... Мы, короче, когда вы стоите линию в два милишника, в два дальника, обязательно берите в двойку Warcry. А то и больше. Причем идея в том, что вас просто в моменте не убьют. Бля, брат, нас. Да, я пофармлю пока. Не могу просто подойти и помочь ему. Нам стоит по-хорошему сбегать в сэфа и пробивать каждый раз, когда он подставляется. Точно. Чел... Немножко не понимает идею лайнинга нашу. Он думает, может быть, что мы... Он, наверное, даже не думает, сильные мы или слабые. Потому что, ну, это вот очень ключевой момент, где нужно прям реально думать. Если еще подставится, он без сапога, надо убегать в него. А, он с сапогом, все, my bad. Ну, я сам бегу в него. Ну, я же сказал, я начну. Сейчас вард в центре привезем. А, нормально, пробили. Я не боюсь подставляться, потому что я понимаю, что а, у меня зарядит стики, б, я Свен, я могу под башню забежать с кайфом. Плюс у меня фласка есть не нажатая, что тоже норм. Видите, я просто с помощью фласки фулл хп сейчас буду. Все, сапог ранний везем. Заебись. С погом под ночь надо под мид сыграть. У меня чел пятый. Бля, по-хорошему банку забузить. То есть либо сдохнуть. Есть мана. Нет мана, блять, ну... Да не знаю, как там в топе что-то сделать. Мне по-хорошему было сдохнуть в топе и миди банку перед шестой зарефилить. Я в топ под шестую активку выйду. Ага. Снова разблочил смол. На самом деле та стадия, где уже похуй. Та стадия, где уже поебать я абсолютно. Не фулл пул. Убегать под башню вообще, как будто впадло. Сейчас приду. Выйди, выйди, выйди. Найс, развели на вард, подвышли. В топ активку выйдем сейчас. Бам-бам. Ну хотя кларить танго уже поздновато, как будто бы. Уже можно просто веточку докупить вот так вот, бам-бам. Стакнем вот это, вот это. Обычно я это стакаю на 52-й, потому что ты под 52-ю успеешь выйти. Но на Свене можно 53-ю. Потому что на Свене с сапогом ты быстро очень бегаешь. 370 плюс ночь.
Сейчас что есть? Нет. Бойся актив. Чем можно даже подоебать под твоей шестой ему? Я как будто маны нет. Ну сейчас отопьешь все. Брат. Подстрефись к лесу, я тебя кларити выпали из новижена. Блять. Набет. Он стакать идет, или помогу ему. Он стаки фармит, наверное, там. Ну, я пойду помогать ему. Много XP спиздил. На, летит, летит. Блять. Можем доебать его, на самом деле, под глифчик. Я гранатой добил его. Все хорошо, нормально. Слушай, а после ТП через 20 можно еще разок его. Чисто пробить. Так, опять маны нету, блядь. Хуёво! Да что маны нету. Ладно, на базу забегаю, пробуйте батл забузить. Шо, нельзя, чтобы митер без маны был, это ошибка. Манга, ТП. Граната. Видите, Пугна не успевает за моими действиями, это его ошибка чисто. Если бы он отреагировал бы на это, Тинкер бы не умирал. Он не реагирует вообще. Почему не 5? Потому что 4 выпало, я еще 4-5. И у меня нашлось 4. Это реже происходит, но кому не похуй. После пачки ТП нажму. Не жми только ешку, мы в Тинкера покажем. Бля, я смог купил перед этим, ладно, похуй. Руну законтролим и пойдем в чело. Я смог купил, короче, но не подумал, что у меня слота нету. Инвиз. Зря он так, блин, тратит. Не, надо себя купить. Мы... Ну, тоже, 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 тоже. Тинкер юзанс, он бесполезный сейчас в мите вообще. У него реквием есть, да? ДК, дашь ему стан? Да, у нас два стана есть. Так можно пройти. Сейчас пачка там, пройдет, погоди, сейчас пачка. Ты можешь идти первый, да? Я в инвизе, мне похуй. Заебись. Там арканы нажал кто-то. Пугна, скорее всего. Нет, у нее нет аркан. А кто это мог нажать? Они съебались, похуй. Че? Да он не мог выйти. Здесь вард, видимо. Да нет, он не мог выйти. А, ну, в мид надо идти. А, во-во. Я собью ему реклами еще. Заебись. Можешь баунти забрать на 9. Нормально, много делаем. МРП, РП хочет скинуть свой уже. Проебали. Капец, что-то долго там задержался, не знаю, что он там делал. Что-то явно очень важное. Заметьте, как начало каждую игру у меня довольно-таки простое, из-за того, что очень много двигаюсь. Стараюсь в кане стоять. Было бы я там сейчас сделал ребёк, я бы пизделся немного. Нормально, получу шестой. Я могу ульту прокачать, подъем башню. О, летит, смотри. Летит, летит. Но у меня мана нет. Да норм, норм, просто пару ударов по башне сделаем, зависит. О, морф летит. Морф летит. Как будто бы надо. Я моря разбил, все норм. В топе актив. Просто сверх, сверх. Щит, заебись. Ульт на свой нихуя не стоит. БТВ батл хочешь порефилить, тут 3 баунти есть. Вставляете или беру? Бери, 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 я покачаюсь. Какие-то дарканы просто высру. Почему не транквилы в этой игре? Потому что игра такая, что, ну, очень монозависимая. Так, надо вместо этого так сделать. И вот так. Ебись. Че, стакать идем? У нас кто фармит? ДК хуёво фармит, Старк хуёво фармит, стакать нечего. В бот выходить на морфа тоже хуёвая идея будет, по ощущениям. Ну, блять, он жирный, неубиваемая хуйня просто. Там просто, бля, блин, вообще он вообще ухуел, блин. Он неубиваемый. На зверина я... меня как бы. На зверина выпил, блядь, походу. Борзый стол.
Ты даблишь? Даблю те игры, которые уверен, что выиграю 100%. За весь челлендж я, по-моему, только один дабл въебал. Ну и там дабл 10 выиграл минимум. Да, я с басилкой, я могу станы нажимать крипов. Ебать. Как у них дэмэджа хватает вообще? Красавцы. Говорится, даблю только там, где уверен. Стараюсь умом делать. Я крип или вард? Ну, я надеюсь, я и то, и то успею. Еще в идеале пойти и просто насрать ему в лес вардами. Блин, бро, нету ничего на сларк. Выходи, выходи, братан. Ну, а псом площадь хуёвая идея, на мой взгляд. Ну, чё? Есть вариации лучше? Сейчас отъебём всех. Пусть тратят центр, я не знаю, что еще делать. Я иду сюда. Я с ТП-шкой, но... Как будто бы впадловату, да, ТП-шку нажимать вот сейчас, прям сейчас или нет? Не, ну, ну тут точно впадло. Воняет говной. Вот сука, вот, бля, урод. Ой, базилку постою, крыса, подаю. Крыса на меня сзади напала. Чё, баунти подворуем. Дабл стак. Бля, убей. Да, хорошая блинка такая, молодец. Можем ли мы бежать в него? Бля, можем доебать его на самом деле с тобой? После крипов. Ну все, его сладкого загрузил. Бля, я мискликнул. О, это хуёво было. Он вот этот кэмп фармит сейчас, потом в нижний. О. Не хватит. Да, ну ему тоже не хватит. Чё там, блядь, с вами иду сейчас? На, мой бэд. Стоп! Я обосрался. Гранатки мискликнул. Хотя, бля, ну там бы не хватило бы всё равно. Без ульты и все. Го пушишь. Я не знаю, что он хочет. Морфа, это вообще не бивай. Чё, не очкуй, давай. Не очкуй. Я комеду. Я фуловый. Ой, бля. Ебаная лошадь. Собчак ебаная. Гумер, пошла так. Нахуй в лес. Лес сэф вообще похуй. Без разницы. Прям под вышку пойду сейчас. Дал баф ему, чтобы вышка его не пробивала. Я на сэф сейчас стандам. Мог ли я да, я мог сэф или бабл нажать. Ну если я уж не взял его, тогда я беру лопату и копаю баунти. Чё? Сколько брейсера сейчас не УП, как будто бы брейсер нет смысла рашить. Просто... Ух, ебать, было близко. Но близко не... это не значит достаточно, правильно? Ешка. Эрик. Ай, баша. Не, они не убиты никак, там не хватит. Не хватит, не хватит. Там не хватит на полный, ребят. Ну, я предупредил. Я предупредил. О, ебать, накопи легенду, накопи легенду, ладно. На капеле GG Replay Area. Дядь, давай его. А я беру клифчик. Я люблю Свена, на самом деле. Я все время на нем свои 9 тысяч апнул. Герой в этом плане хорош. Чё, я по башне работаю. А, ебать, там морф 8 уровня, блядь, какой. Ого, погнул, мы убьем. Много ударить. Я ударил. Хорошо. 3 секунды стан. С этим вонючим морфом не так. Топор. Это могу. Ну, да. Блять, я думал отхитить. Окей, да забей там, скорее всего. А чё, ебать, чё у него, откуда у него столько тут морф-саппорт вонючий? Подхилиться или манго выкопать? Манго профитней. Или так даже, тоже профитно. Бля, мы все баунти забираем. Челы параши нереальнейшие. Белочка, беги, малая. Найс! Ебанули рачков. Давай, Чё, берем
Ну, в принципе, просто станчик сейчас. Хотя, наверное, морфа лучше, но так, по двоим лучше. Но по двоим не вышло. Ну, я стану через 5. Ща, я слышу, рыба, воду копну, выпьешь воду. Ну, или можем так просто въехать. Ну, это была ошибка. Он живет. Найс. Рыба шарит, чувствует. Хорошо сработано. Фласку копну ему, манго. Ну, фласка ему не нужна, он снарк. Не нужна. Че, едем? Там двое, там трое, там трое. Может, баклер сразу же ебану собирать кликом. Центр его не ломали, пойду доебусь, значит. Магну словим. Это маганим у него будет, это пиздец мерзкий билд. Вроде не имба, но просто неприятно играть против него. Блять. Ладно, ошибка. Пойдем еще убьем кого-нибудь. Пошли, пошли. Соня, очень важно подкачиваться в свободные секунды. Быстро лутаешь за счет клива айтемы. Пойдем в боковой. Зайдем там в боковой. Нихуя там... Ой, хорош, напугни легенда. Напугни красавчик, это было поймал, хорошо. Поймал, прям. Поймал. Бля, я далеко, братишка. Напугни красавчик. Я бы фидел сейчас от башни. Я бегу. Я агрессию добиваю. Они бы так и не разблочили компы. Я, ну, компания тут. Не, ну я на хуйню какую-то бачусь, чувак, ну это пиздец. Чил, чил, у тебя сапы фармят, все гуд. Бля, надо взять на самом деле. Че не помню, че, блядь, с этим ебаным морфом не так? Че с ним? Ну ничего, я хуёво фармлю. Лучше не идти биться об них. Так, тут че, мы меку везем? Сейчас копаем бунтос и перекладываем. Ну или так. Деньга или не, деньга хуйня, я тестил деньгу. Деньга на самом деле хуйня, потому что ты за счет тычек очень много вещей фармишь. С деньгой ты можешь крипов лишних пропускать, и ты меньше заработаешь. Го убьем уже этого сефа, старт. По-моему, на один тебе на топе были. Надо клиф просто замаксить. Очень долго я его макшу. Совсем. А, мне кажется, он сейчас Андрей тоже дропает. Не. Да, я был прав. Не то, которое я ожидал. Да ладно. Заебись. Очень много прокачал за последние 2 минуты. Все свободное время просто ебашу крипов. Догоним его. У меня мека есть. Можем, можем, ребят. У меня есть тоже что-то там сделать. У нас фарт хороший. Здорово, здорово. Я повешу старт, хотя что-нибудь давай. Я хочу пугнуть есть, ребят. Здорово, здорово. Бля, как приятно играть на освоении. Вот вроде нерфили, нерфили, а до сих пор герой пиздец много импакта делает. Бежишь на врага, а враг не может отвечать на это просто. Сейчас дальше пайп. Тут шар быстрый, не важен. Здорово, здорово. Че, иду ебашь топ. Год арментра реально их заберем. Ну, бля, я уже ТП въебал в помойку. Давай. Сейчас подойду. Я в гейт прибегу. Здорово, здорово. Лоха на марке. Заебал своими сексуалками, Войт. Не спай. Хоть бы мне шарф выпал. Задумайся о зрителей, которые будут потом смотреть. Не в записи, но типа на ютубе, например. Че вы хотите, раки? Блядь, я каундер. Давай добьем, давай добьем. Сейчас, блядь, сука, меня развалит. Мы не добьем, мы подохнем нахуй сейчас все, блядь. Сука, морф, я тебе, блядь, морф реально чмо, блядь, пиздец такой наглый, блядь, это ржачно, это ржачно. Сука, бейте, какие дэндоны. Че, мудрость вражеского спиздите?
Блять, не успею, наверное. Ну, попробую, может, успею. Не мог, затупил. О, ебать, это подарок. Нормально. Сейчас я дофармлю хуйню и победим. Я быстро фармлю. Ко мне что фармит? Юга. А чё не глайднеру? Вроде пиздатый на белочку. Да не, я чисто такой по-саппортски на этом. Так нет, ты просто в любой момент айтемы покупаешь за счет глайднера. Инвестиция пиздатая. Блять. Настроил дорожку под музыку, под это нет. Так, ну, это как будто бы на записи хотелось бы слышать. Ну, хотя да, как будто бы надо отключить. Я просто почему-то подумал, что это прикольно будет слышать в записях. Ну, например, у горностая эта хуйня включена. Blind Air Mina. Тут нечего делать. Тинкер огоним, осторожно. Да, есть такое. На дорожку надо зайти. Охуенно постучали, спасибо. Но я после Майнкрафта ничего не боюсь больше. Медикач пропадает. Надо было скорость таки брать, на самом деле, как будто бы. Тебя нам похуй. Мол, такая дать арканы. Че? Сука, смотри, тварь, что делает. Я не могу стан тратить. А чё? Теперь могу. А чё я не делал? Ну ладно. Как он прыгает? Ну, его можно убить. Почему он прыгает? Аспект. После снятия щита он может отпрыгивать. Ебать, хуйня ублюдская. Да, норм. Это буквально всё, что он делает. Прыгает. Я медипачку хочу отпушить. Бать, у меня деньги, конечно, летят. Пойдем пропушим, пока двоих нету, попробуем побить Т3. Да хуй знает. Они очень быстро реслят. Дал тебе арморчик и меку. Думаю, пожрёшь. Я иду на мид. Я весь. С пайпом нас вообще не убить будет, гайс. Надо чуть потерпеть. Чё, мы Терминатора в прошлый раз не убили, со мной точно убьем. Ну попробуем, давай. Я армором весь урон убираю. Это супер преимущество с Вейна над другими стапами. Действительно, понятно, мне шаг нужен как раз. И мне тоже. На пачке убивать сначала. Смотрите, насколько меньше урона сейчас будет. Вообще. Понимаете, да? Заебись. Докашка помой. Не забывайте про РП, ребят. Бежит, прижимает. Нору, старк сбросит, все, заебись. У меня армор сейчас будет, иначе, парни, иначе. СФ не пробивает в арморчик, все. Чё, мне могу накидывать повис? Я так, хочу вот так. Пойдем. Я хочу пачку, мне похуй. Моя пачка. Всё, у меня пайп есть. Вот сейчас можно на ХГ зайти. Уебать их, а потом зайти. Не знаю, потопа, наверное, с ДК есть. С пайпом как чё будто пайп бы нас анрил убить. Чего? Чё пайп дает вообще? Ну, магическую защиту. Как будто бы вопрос не для твоего рейтинга, дружище. Я в доту недавно играю. А, да ладно. Да, он купил, наверное. С 2013 года. Гоу бил. Решил, короче, узнать там вообще, что предметы делают. Так, что там еще?
Все, сейчас точно можем зайти, гайс? Я похилю папу. Давай. Ой, у нас юлов нету. ДК прокликай. А, ебать. Да, пока. Ладно. Я должен Магнус там нажать, никого больше. Хуева там. Нормально, ну, нормально. Хуевая. Не, ну это хуевое начало драки, ребят. Слабо говоря. Да, а чё у нас вообще нет? Надо Магнус искать. Дойдёт. Старк он подхилится чуть-чуть. Это был саппорт морф по стеклу, ребят, все нормально. Ну так хуёво идти, надо обходить. Да, много армор даем. Мне шар нужен. Солнышко за холм садится, и не спать не ложится. В смысле? Блять, что так подходишь на погоду? Похуявшись на сцене? Сколько, я не помню, сколько этих? 50 глифов, нормально. Не слышал обновление? 50 глифов теперь на атаку. О, нет, почему меня... Норм, всё белку отдали. Вообще похуй на него. Да, сколько же имба у меня персонаж? Миллион армора, магической защиты, скорость фарма. Просто люди на нем играть не умеют. Поэтому его не берут. Я проблем. Ты еще Кримсон Гуард надо собрать все. Да, да, да. Бля, две карты по 20 сегодня, да, на броню или что там? Да, да. Бля, ну тоже так попробую сыграть. Надо. Надо. Только мне, не знаю, мне нравится на трагете через Crimson Guard, через Pipe, который... Ну я еще иногда ПТ барабаны играл, тоже неплохо. Фармить можно. Не пойдет. Зайдите. Хорошая карта. Я считаю, что враги в топе на линии хуйню делали. Не может быть такого, что ДК такой нетвор с SF 3600. Мы линию не могли выиграть. Линия Пугна SF — это линия, которая проебать, ну, практически Unreal. Там челы, этот, вообще, ну, это... Видели у него аватарку только что? Это был бот-пассивная аватарка. Вот это буквально как бот-человек отыграл. А этот чел, он просто подставился зачем-то несколько раз и зачем-то пошел full физбилд против Свена. Хотя, может, у него других вариаций просто не было, но full физбилд не работает Свена. Я слишком много урона поглощаю, это так, ну, так не работает.